Раз, два, три. И начали. Бельгия — это вправду страна или просто геополитический компромисс? Не знаю, но там есть дворец, и мне поручили снять документальный фильм про короля. Для меня будет большой честью лично доставить этот символ Брюсселя в ваш великий город Стамбул. Ваше Величество. Но тут пришла новость. Волония провозгласила независимость! Что? Бельгия развалилась! Возвращаемся, срочно! Все рейсы отменены из-за космического возмущения. Я должен немедленно вернуться в Бельгию. Это невозможно. Мистер Ллойд, пожалуйста. Но как там наш рейс? Рейса нет, но есть один план. Мистер Ллойд поедет с камерой и снимет для народа наш путь домой. И точка. Будем здоровы! Надо признать, здесь вершилась история. Большое спасибо. Ваше здоровье! Может, вы не знаете, в вашей стране капут? Николас, соусы к кебабу. Скорей! Я, наконец, очнулся. Я ощущаю вкус. Похоже, это жюри по йогуртам. Я чувствую. Мое восприятие обострилось. Ваше Величество! Алло! Да, у нас все отлично. Еще один вопрос. Вы палец засняли?